Глава округа Юлия Купецкая провела традиционный личный прием граждан. Он проходит каждые 2 недели по понедельникам. Формат прямого диалога позволяет оперативно решать конкретные проблемы и задачи. В этот раз они касались улучшения жилищных условий и капитального ремонта многоквартирных домов. Обратиться со своими вопросами и предложениями, которые касаются округа, могут все желающие, вне зависимости от возраста, профессии и места проживания.